Вот. А это что за клоун, а? Еще раз пошутишь, Касатонов, получишь по шеям. Понял, товарищ полковник. Молодец, Касатонов. Значит, дорогие товарищи сотрудники, это мистер Хорн. Значит, американский специалист, этот менеджер по безопасности и, между прочим, бывший рейнджер. Крутой факер, да? Последнее китайское предупреждение, Касатонов. Чего я? Я ничего. Значит, будет вас учить, балбесов. Уму-разуму. Конечно, поздновато его подогнали. Да и по-русски он. Не в зуб ногой. А переводчик будет только завтра. Такие дела. Парни, может, кто-нибудь по-английски понимает? Ну, я понимаю. Учись, деревня. Молодец, Григорий. Да, молодец. Будешь переводить? Пожалуйста. Hi, guys. I'll teach you many jokes, which every real man should know. Вот. В общем, он говорит, привет, парни. Я вас научу многим штукам, которые должен знать каждый мужчина. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Mm. А вот он в солнцезащитных очках в помещении находится. Это чисто для понтов, да? Вова, блин! Просто спросил. Просто спросил. Yes, he was wearing sunglasses indoor. Just to show off or something. А? Hit man. Come on, come on. Что он хочет? Да хрен его знает, что он хочет. Григорий, в чем он лопочет? Come on. Он говорит, чтобы Володя его ударил. Так что давай, Володя. US Special Forces. Come on. Что, на спецназ США? Come on. Иди сюда. Come on, watch out, man. Подбегись. Говорит, что сделает из тебя котлет. Да ладно. ВДВ, Советский Союз. Вова, что ж ты бьешь как по асфальту? Нельзя ж так. Можешь, Касатонов. Можешь. Но, Вова, но, если покалечил америкоса, уволю нахрен. А чё? Он первый начал.